Тюменские таможенники задержали около 60 тонн сливочного масла с нарушениями маркировки. Согласно товаросопроводительным документам, странами отправления товара являются Республики Казахстан и Кыргызстан. Пищевой продукт из сливок ждали покупатели в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях. Информация о возможном нарушении норм законодательства поступила от погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Три груженные фуры остановили вблизи российско-казахстанской границы в городе Петрограде. В ходе досмотра грузовых отсеков двух транспортных средств обнаружено более 3000 коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки дата матрикс-кодов. Груз массой нетто около 60 тонн оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области возбудили административные дела по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях. В 2022 году это первая партия молочной продукции с нарушением норм маркировки, выявленная Тюменской таможней.